Одесский перинатальный центр нуждается в обновлении. Речь идет о трех аппаратах – высокочастотной вентиляции, кардиомониторе и аппарате искусственной вентиляции легких. Медики утверждают, закупка оборудования в единственный на юге Украины. Перинатальный центр значительно бы повысила эффективность его работы. Только в Одесском регионе в год рождается 60 детей с пороками сердца. Из них только половина пациентов оперируется в Одессе. Родители остальных детей вынуждены искать спасение в столичных центрах. Если мы оперируем такого ребеночка, так, то требуется длительная искусственная вентиляция легких, зачастую, так. И поэтому, если мы имеем таких пациентов, то они блокируют дыхательную аппаратуру нам, и мы не можем оперировать больше детей, понимаете? Поэтому у нас только два аппарата высокого уровня дыхательного, так, которые обеспечивают искусственную вентиляцию у новорожденных. В Одессе есть один центр, и его нужно насытить аппаратурой, тогда мы можем всех оперировать детей, которые рождаются в нашем регионе.